Очень вкусненькая кукурузка. Идем в магаз, покупаем кукурузку. Распаковываем ее, смотрим, какая она сама из себя. Примерно такая. Если она не очень, то выкидываем ее и покупаем уже готовую вареную. У моей кукурузки носики уродливые, я их отрежу. Ливанули маслица немножечко и натерли наши кукурузины маслицем. Посолим вот так вот, и соль прекрасно прилипает к маслу. После чего просто закрутим вот такую вот конфету. Теперь возьмем немного пармезана и примерно столько же по массе сливочного масла. Пармезан натрем на мелкой терке. Масло, чтобы быстрее растопилось, нарежем на вот такие ломтики, чтобы была площадь больше. Сюда же свежемолотого перца. Вот так вот. И немножко петрушки мелко крошеной. Все на глаз. Кукурузу на 25 минут на максимум, который выдает ваша духовка. Масло вот так вот разминаем и добавляем сыр. Кажется, что сыра много, но на самом деле нет. Быстро замешиваем его сюда в масло. Пармезановое масло вываливаем и сформировываем вот такую вот колбаску. После чего заворачиваем и убираем в холодос. Вроде зажарилось. Да, зажарилось. Не волнуйтесь, вареная кукуруза меняет свой цвет на такой. А вот и наша колбаска. Нарежем вот такими вот шайбами. Нарежем как хотим. Ну и маслица сюда пускай тает. Масло плавится, пармезан расплавляется. Я думаю, всем понятно, что пармезан будет тянуться. А по вкусу это... Это офигенно. Спасибо всем, кто подписывается.